Северо-западное казачье войско, в которое войдут несколько казачьих обществ, планируют создать в России до конца будущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду. Выступил с предложением о необходимости создать северо-западное казачье войско. Туда должны войти казачьи общества Калининградского отдела, Санкт-Петербургского отдела, Вологодской области, Карелии, Мурманской области, Псковской области и Ленинградской области в том числе. До конца следующего года мы такое войско обязательно создадим. Для создания войска необходимо 1500 человек, согласно приказам Министерства юстиции. У нас сейчас уже там 2500, поэтому все для его формирования есть, заявил Долуда.